Всем привет, ребята, с вами Супер Артём и Супер Костя. Сейчас уже время... Почти 8. Время почти 8, мы гуляем, у нас, смотрите, дождь. Прошел только что. Да, полдня. У меня вообще, в принципе, день был нормальный. Ой. Сегодня мы, кстати, это самое, увидели типа НЛО. Но да. Мы подумали, что типа НЛО. Да, мы подумали. Мы так испугались. Серьёзно. Мы так испугались, но это повезло, было не НЛО. Да. Кот. Вот, ребят, сейчас это самое. Только что был номер код, машина. Ну, сами поняли. Осу. В общем, ребята, могу сказать одно. То, что уже... Уже 1 октября. Да. Ребят, и, кстати, сегодня день пожилых людей. Если у вас есть бабушки и дедушки, передайте поздравления. Да, передайте им поздравления от нас. Ну что, ребят, сегодня 1 октября, вчера было 30 сентября. Вот. И у нас в школе в пятницу произошла не очень такая нормальная ситуация. Короче, где-то в Ижевске... Мому 88 школы произошел теракт. Да. И из-за этого закрыли две калитки. Нам придется обходить теперь. Да, у нас две калитки. Это в районе месяца займет где-то. Может больше. Ой. Ну да. У нас все калитки почти закрыты, но вот одна. Если вот вон там вот. Ну мы ее уже прошли. Да, у нас только центральная штука открыта. А вот западная еще какая-то калитка, они закрыты. Да, это закрывает только. Из-за безопасности, вот ставить камеры. Вот. У нас сейчас опять дождь льется. Вот. Он тоже начинается, и тон мелкий. Ага. Все, мы в лесочке уже по домам идем. Ага. Но я не домой сейчас. Он на ночлег. Угу. Ой. Все, ребят, подождите, паузу. Все, ребята, у нас пауза. И... Ой. Ой. И, в общем, ребята, еще могу сказать одно. То, что пятница уже скоро. А ой. Прошла. Ну, наша-то... Ой. Собаки. Да. Собаки. И еще, если вы хотите обновить канал, пишите идеи ко мне на канал. Как вы заметили, мы уже сняли один видеоролик. Вчера мы его должны были выложить, вчера мы снимались. И в итоге ничего не получилось. Видео не очень подошло. Uh-huh. Вот. Расскажи, как ты учишься в школе? На тройке, на двойке, иногда на пятерке. Я так же. Вот. Опа. А, 79. Мы сейчас уже, ребят... Ой. Вот, мы уже где? Ага. Литовский бульвар, дом 1. Ну, по адресу мы сейчас там. Ну да, мы сейчас тут проходим. Вот дождь идет. Ребята, я вот могу сказать одно. Я жду зиму. Потому что зима, это, ребята, сейчас, очень. Ребят, у нас тут небольшая пауза. У нас тут небольшая пауза. Да, сейчас. Вот, и что могу сказать? Да, конечно, пар тут. О, видите? Вот. Пар тут, конечно, есть. Еще на улице, правда, холодно. Хотя сегодня было, наверное, плюс 20. Где-то так. Вот, вчера мы снимали... А, мы же забыли. А, он не подошло. Короче, ребята, заранее, позднее, можно сказать, то, что итоги недели, можно сказать, уже завершились. Наши ребят, с вами. Сейчас Артём пойдет пешком домой, а я буду ждать автобуса. Да. Я жду ночевку. Да, на ночевку. Вот. Завтра мы для вас снимем еще один видеоролик. Вот, и будет, мы вам расскажем все кратко о моем канале. Какие герои были, какие ушли.
Ой, ребят, простите. Да, извините. Вот. Ребята, ну что, можем заканчивать видеоролик. С вами был Супер Артём. И Супер Костя. Ставьте лайки. Главное, подписывайтесь. И пишите комментарии, как нам обновить канал полностью. Всем пока-пока. Пока.